Проект молодых тагильских библиотекарей победил в областном конкурсе профмастерства. Тагильчанки Ирина Кузнецова и Надежда Пастухова презентовали там фильм о молодежной организации «Ювента». Мы монтировали с Ириной Павловной, то есть хотелось ставить много-много-много всего, но понимали, что нельзя этого делать. И поэтому приходилось чем-то жертвовать, что-то убирать, что-то сжимать. Сжимали и жертвовали не зря. Проект победил в номинации «Современная библиотека в социокультурном пространстве». «Ювента» занимается разнообразными делами – от повышения правовой культуры молодежи до озеленения города. В организацию входят 9 молодых специалистов Центральной городской библиотеки. Сейчас они готовятся к московскому конкурсу «Лидер молодежного библиотечного движения».